Работа сегодня кипела во всех районах областного центра. Молодые древцы и кустарники з'явились на аллее Гомельского областного управления следчего комитета. Памятный знак у парку фестивальный усталявали у вересні 2017 года у гонор 6-й годовины утворения следчего комитета Беларуси. Праз месяц тут высадили аллею с 15 кленов и 5 лип. Кожный год у весну следшие протягивают добраупорядкование территории вокруг памятного знака. Сёлета у посадцы новых древ на аллее удельничал и наместник старшине следчего комитета краины Сергей Азимша. Уродженец Речицы, былы прокурор Гомельской области, вернулся на Малую Радиму, каб унести свой уклад у озеленения нашего региона. Прекрасный весенний день, прекрасная погода. Я надеюсь, что город от того, что появится больше деревьев. Гомель всегда был зеленым городом, а сейчас он будет еще более зеленый. И чувство сопричастности к этой работе, я думаю, для каждого следователя, для каждого, кто принимает сегодня участие в субботнике, останется очень теплым воспоминанием. Я с удовольствием всегда приезжаю в Гомель. Здесь прошло все мое детство и юность. Здесь я считаю, в профессиональном плане я сформировался. До республиканского субботника долучились сотрудники всех территориальных подразделений следчего комитета у Гомельской области.